Всем привет! Вы на канале Super Battle Clay. И сегодня я вам покажу свои кастомы по серии LEGO Next Nights, моей любимой серии, о которой я уже делал упоминание в некоторых моих видео. Скоро я, наверное, выпущу видео отдельное по каменной статуе Клея, потому что он очень детализированный, и я хочу его показать со всех сторон. Может, даже к нему дополнение сделаю. Первой фигуркой в моем кастоме является... В моих кастомах является Мерлок 2.0. Вот такой вот Мерлок. Сам он сделан из картона и бумаги. Я его старался очень хорошо проделать. Вот так он выглядит. И мне показалось сделать его проектор обычным, скучным. И я приделал к нему колеса. Ну, типа мини-фортресс, как в сериале. Далее идет кастом Джестра. Я ему меняю костюмы в зависимости от года. Первый у него был костюм Джестра 2016-го злодейский, второй 2017-го злодейский, ну и вот его добрый костюм, когда он в добром виде. Вот он я, это обычная китайская фигурка, облепленная пластилином. Думаю, у меня получилось прикольно. Вот я его делал по памяти, так что если где-то я ошибся в цветах, напишите в комментариях. Плащ я ставил как у злодея, ну потому что... Честно, было лень делать новый плащ. Ну, пусть уже останется такой. Все равно потом, когда он снова станет злодеем в 2018 году, придется этот плащ ему давать. Следующий кастом, вы уже заметили на заднем плане, не очень классный, мне кажется, вообще, по-моему, так хиленький. Это Робин. Фигово у меня получился, вот такое лицо, прическа рыжая, и это герб даже не прорисовал. Ну и меч. Плюс вот такой я ему ховерборд как за будущее сделал с пипкой. И последний кастом на сегодня. Это вот такой вот дракон Мейси из новых наборов.